День добрый, дорогие друзья! Приглашаем вас в Подмосковье, в Домодедово, где сегодня продолжается первый тур чемпионата страны по футболу. Велес сегодня принимает Балтику. Ну что ж, погнали. Велес и Балтика начинают свой стартовый матч в этом сезоне. По штрафную площадку и удар по воротам. Мне кажется, наносивший сейчас этот удар Иракли Логово не очень-то верил в то, что ему удастся добраться до мяча. Но когда тут прикатился ему на ногу Почевалин. Передача в центр. В общем, скорее за спины защитникам. Они разворачивались здесь. Удар по воротам. Гол! Какой блестящий мяч забивает Велес. По сути, первый прицельный удар. И Виктор Киселев, еще один новобранец Велес, открывает счет в этой встрече. Ну да, это желтая явная. И более того, это вторая желтая. Это красная уже. Совсем еще молодой игрок выходит на поле. В прошлом году играл за Велес не так уж и часто. 11 матчей у него на счету. Подача. Ну-ка, гол! Вот так вот Балтика сравнивает счет. Ну, помните, мы говорили, очень много было остановок у Велеса. Очень много нарушений правил, мелких фолов. Попыток, если что, выбить мяч за пределы поля. И вот опять Велес. Хорошие атаки. Дорохов разворачивается. Мог быть бить и сам, и пораньше даже. Но все равно то, как он сыграл, заслуживает уважения. Выждал паузу и в конце концов как прострелил. Ну что, где удар? Пока нет. Спас назад. Вот отсюда можно пробить. Вот удар! И гол! Велес. Игроки вырывают победу. Ну вот так они готовили. Холили эту свою атаку. Что когда уже был замах под удар, казалось, что не будет его вовсе. Все, финальный свисток.